Красивая природа. Моя родина. Удивительная тайга. Уникальные достопримечательности. Я рос на прекрасной и светлой земле. На стыке двух рек Амура и Сей. Она с каждым днем становилась милей. И ближе тех мест, где я был. Мы ранее, когда мы в разлуке спешим мы скорей. Туда, где свой дом, мы нашли друзей. И мысли летят быстрее, чем ветра скорость. Здесь наш дом. Казачьих постов, первых тех поселений. Минуло уже полторы сотни лет. Все изменилось уже без сомнения. Но так же, как раньше, нас манит твой свет. Когда мы в разлуке спешим мы скорей. Туда, где свой дом, мы нашли друзей. И мысли летят быстрее, чем ветра скорость. Здесь наш дом. Сюда приезжают и здесь остаются. И на Китай приезжают смотреть. Современность и история здесь переплетутся. На твоих разных улицах, чтобы нас греть. Когда мы в разлуке спешим мы скорей. Туда, где свой дом, мы нашли друзей. И мысли летят быстрее, чем ветра скорость. Здесь наш дом. Амурская область. Мое счастье. Много солнечных дней. Здесь моя семья. Классная культура. Зейская ГЭС. Моя родина Анновка, Амурская область. Отзывчивые люди. Наши праздники. Когда мы в разлуке спешим мы скорей. Туда, где свой дом, мы нашли друзей. И мысли летят быстрее, чем ветра скорость. Здесь наш дом. Амурская область. Любовь, широкие просторы, добрые люди, мой родной город Сковородино, удивительная природа, яркие закаты, настоящие эмоции, красивая набережная, общественно-культурный центр, хорошее образование. Здесь наш дом, Амурская область. Ура! Ура! Каждый днем становилось милей, и ближе тех мест, где
счастье, много солнца. Три, четыре. Моя он. Моя родина Анновка, Амурская область. Отзывчивые люди. Удивительная область! Это моя область. Так. Достопримечательности. Так, три, четыре. Любовь. Оператор.